В этом видео мы проверим, что будет, если положить под гидравлический пресс автомобильное колесо. Ну вот и все, колесо раздавлено. Вы попались на кликбейт. Ну а если серьезно, то конечно же мы попытаемся раздавить автомобильное колесо с литым диском и с штампованным диском. Проблема заключается в том, что поршень пресса имеет ход только 25 сантиметров. Да и стол расположен довольно высоко, колесо туда не помещается, поэтому нам придется провести ряд определенных манипуляций с прессом. Ну вот и все. Смотрим, что получится. Ну и как я уже говорил, ход поршня 25 сантиметров, он вышел на всю свою длину и больше он не идет. Теперь попробуем раздавить колесо с штампованным стальным диском. А теперь попробуем раздавить лежащее на боку колесо.
похоже, у нас тут возникли небольшие технические проблемы. Дело в том, что от давления пресса деформировался не диск колеса, а погнулся швеллер, на котором лежало колесо. Попробуем еще раз. Можно увидеть, что откололся большой кусок диска. Да уж, похоже, на этом колесе машина уже не поедет. Сейчас то же самое попробуем проделать с колесом с стальным штампованным диском. Диск гнется при меньшем усилии, чем литой. Но при этом он только гнется, не лопает. Подписывайтесь на канал и не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы.